Стартовал четвертый сезон проекта «Модель X», который посвящен правилам стиля и тенденциям моды. На этот раз поменялся и состав партнеров, и контингент, в том числе и возрастной, самих участниц. Как раз с ними мы вас сейчас и познакомим. Меня зовут Наталья, предприниматель. Меня зовут Ольга, я директор компании. Меня зовут Марина, по профессии я программист. Меня зовут Анастасия, мне 16 лет. Меня зовут Лариса Кирюкова, я занимаюсь недвижимостью. Меня зовут Нина, я по профессии кондитер. Меня зовут Мила, занимаюсь я страхованием и туризмом. Меня зовут Даша, мне 15 лет, я учусь в школе. В проекте «Модель X» теоретические занятия, уроки стиля за партами у доски сменяются модными практиками. И первая из них по традиции проходит в магазине косметики. Я съела эту маску, кто-то сказал, наверное, скорую надо вызывать. Тут пришли керамиды, а тут уже и пептиды подгоняют. Где руки, покажите мне. Кто-нибудь знает, что такое змеиный пептид? Вот почему они такие маленькие? После того, как проект «Модель X» изменил критерии отбора участниц, заявки стали поступать самые разные и неожиданные. Так возрастной диапазон участниц четвертого сезона удивил даже самих организаторов. В этом сезоне у нас появились молодые участницы. В предыдущем третьем сезоне самой старшей было 73 года. В этом году у нас появились школьницы. Это говорит о том, что программа курса востребована у женщин всех возрастов, тех, кто интересуется темами стиля, моды и имиджа. Все, в принципе, стремления вот к этому меня радуют, что все стремятся выглядеть идеально. То есть даже в 15-16 лет, а это вообще как бы, это замечательно. То есть если они сейчас научатся ухаживать за собой, дай бог, там в 40-50 не будет тех проблем, с которыми очень многие женщины приходят. Общество не стоит на месте, такие интересные тектонические изменения происходят в теме моды и стиля. Возраст отменен, его теперь не существует, и одни и те же приемы в гардеробе или в макияже можно использовать для женщин разных возрастов. Первая модная практика по традиции проходит в магазине косметики. Девушки учатся ориентироваться в многообразии предложений, задавать правильные вопросы консультантам, а иногда даже отказываться от привычных установок, которые устаревают быстрее, чем к ним привыкаешь. Проблема у всех, вот знаете, в комбинации средств. Вот они что-то отдельно видят, и они не понимают, как это вообще впишется в другой уход, который они делают. У них такая дилемма возникает. Надо или взять тогда полностью, что ли, линейку, или каким-то образом все-таки это как-то соединяется. Поэтому я все чаще стала показывать вот этот микс, как это соединяется, что можно добавить. Даже может быть у них какой-то там крем стоит на полке, любимый. Ну и жалко как-то с ним расставаться. То есть я, вот эти миксы мы постоянно стали с ними рассматривать. Что можно соединить с чем, даже вот волосы, лицо, неважно. На теме подбора косметики, уходовой и декоративной, мы еще остановимся подробнее. А пока об изменениях в программе проекта. Специально под запросы участниц проекта мы ввели в программу блогинг. У нас уже прошло первое занятие с известным блогером Челябинска Соней Гудим. В этом году особенностью проекта является то, что одна из модных практик пройдет на территории российского бренда челябинских дизайнеров, которые производят и успешно продают одежду на территории всей России и за рубежом. Генеральный партнер проекта «Модель X» – сеть магазинов корейской косметики «Тони Моли». Высокое качество, огромный выбор и только лучшие проверенные бренды. Магазины сети корейской косметики «Тони Моли» расположены по адресам улица Красная, 69, торговый комплекс «Космос», ТРК «Фокус», ТРК «Фиеста» и ТРК «Радуга».